C'est vrai, non, c'est pas mal. Поехал на озера. Монастыри, что ли? О, блин. Мухота лезет. Ой. Что там? Ой, не знаю. Вертышек наш. Выехал поздно. Сейчас уже солнце зайдет. Оп. Последние лучи солнца. Вон там они. А не, в принципе-то их уже не видно. Ну, они на горках видно. Вон они. Мне предстоит подъемчик. Ну, я уже поднимаюсь. Наверное, сколько? 1,5 километра такого нудного, легкого подъема. Вот. Вот девушка идет, улыбается. Так. Ну да, подъемчик хороший. Опа. Ну а там легче будет. Все, пошли, почти вершина. Опа. Видна гора, до которой мне надо. А ее там не видно. Вдали. Ну что, забрался? Сейчас будем спускаться. Красота! Ох, какое солнце! Впереди вершинки. Гора Ардау называется. Дорогу перекрыли почему-то, не знаю. Вон балки висят. Вроде как здесь должна быть дорога, но пока ее нету. Вон они. Горка. Та самая. Мне куда туда, к речке. В общем, что-то куда-то еду. Пока не знаю, куда еду. Но я думаю, куда-нибудь приедем мы. Ой. Ха. Фу. Блин, очки его снял. Все. Где-то речка должна быть. Где она там? 2 километра, наверное, впереди.
Ну, вроде какая-то намечается там речуха, по-моему. Тишина, хоть глаз кали. А, как бы к ней там. Ох, темно уже. Луна светит. Речка. Не знаю. Ну, наверное, вот здесь вот. Я туда в низину не буду, там сыровато. И солнце-то вон с той стороны взойдет. И тогда я в яме покажусь. Лучше, чтобы это солнышко сразу осветило. Лягухи. Тишина. Обалдеть. Ни души. Ох, палаточку поставил. Наверное, тут вот велик будет валяться. Температурка 10 градусов. Что-то так. Ну, в общем-то, не нормально. Тепленько. Интересно, там меня видно. Я уже практически ни хрена не вижу. Луна. Медведь. Тишина. Да. Блин, у меня тут какие-то уточки. Соседи. А так хорошо все тихо было. А? Откуда эти уточки взялись? Блин. А сейчас спать надо. А они тут закрякали. Понимаешь? Вот шиплин, а. Наконец-то утро. Там солнышко взошло. Холодно. Очень холодно. О. И я куда-то попал маленько в тень. Там где-то ивы растут. Что-то как-то солнце не сильно светит. Но что-то не очень я подготовился, конечно. Надо было мне ткань взять. Сверху-то в этой штучке холодно. Ну, палаточка мокренькая. И тут тоже все. О, а. Так что велик валяется. Сейчас пойду на речку. Котелок помою хоть. О, холодно. Что это за тропинка-то непонятная? Для животных или чего это? А! В общем, ночь была не очень, конечно. Ночь такая. Ну вот эти уточки, значит, крякали они, сейчас там где-то крякают. Теперь уже вороны. Уточки, значит, перестали крякать. Пришли какие-то волки, блин, чтоб их. Двое, наверное. И давай выть в метрах. А метров 200, наверное. Выли. Господи. Но это они меня разбудили все-таки. Потому что после уточек-то я уснул. Вот. Что-то я против солнца-то. Ага. Речечка. Ну да.
Ну, тут какие-то машины, видать, переезжают, так как дорога идет. Да. Мой мокрый велик. Ага. Ух ты. На солнце поставил, сразу плюс 10. Он там в теньке валялся. Плюс 7 было. Вот. Ну, наверное. Но это час тепло уже. Как бы. Плюс 10. Ночью было холодно. Жесть какая-то была. Ох, до тех горок бы доехать. Вон они. Все. Солнце высоко. Ой, время уже 10 минут 10. Жара стоит. Обалдеть. Даже не верится, что ночью было почти ноль. Да. Ну ладно. Сейчас халвы поем и поеду. Блин, почти всю ночь не спал из-за этого холода. Видите, все животные, блин. Думал, тихое место будет. Ага. Да, еще мурзилку помою и поеду. Помою, не помою. Так. Что-то она какая-то. Блин. Отсюда мутно идет. Почему-то. Это плохо. Ладно. Интересная полоса. Мутная. Вот с этой штуки вытекает. А оттуда чистая. Прикольно. О, водичка. Вот тут прям чистейшая. Фух. Давай. Ну все. Сейчас на велик и вперед. Ах, до монастырских. Попробуем. Ну, правда, что-то я вареный какой-то, блин. Че, почти ночь не спал. Совсем плохо. Все. Едем вот до тех горок. Если их видно, конечно. Через эту камеру. Ну и если я доеду. Хотя недалеко, конечно. Гора интересная. Сколько до нее не едешь, она не приближается. Вот когда по трассе. Вот прикольная штука. Я на трассе выехал. О, кочки. Какой-то умный человек вот тут поджег. Зачем-то? Фух. Чего жгут, непонятно. На дороге сено. Гора маленько приблизилась. Вот это. Типа Айртау называется. Но что-то в Казахстане этих Айртау. До хрена. Как клопов, блин, у старой бабки. Ну и как обычно, лох серебристый, вечная дорожная еда. Когда жрать хочется, само то. Здесь он какой-то темненький. О, но жутко аж приторный. Не знаю почему. Именно одно дерево. Съехал с трассы. Вперед мучаемся здесь по проселочной какой-то дороге. Чахлая какая-то лесополоса.
горки, вон они. Их там видно. Мы как бы в сторону от них. Какой-то блин, перегородил дорогу, там живет, блин. Обалдеть. Была дорога, сейчас нет. Собачка там какая-то лает. Что-то подходить не хочет. Нифига. Ну, не на ту лесополосу выехал. Он там проехал. А она, кажется, не туда. Надо было по другой. А все равно я ее даже сейчас не вижу. В общем, вот справа от этой горы надо как-то завернуть. Чего? Забыл куда-то не туда. Но я помню, что он к той скалке надо как-то попасть. Ну, какую-то дорогу нашел. Хреновую, но пойдет. Жара стоит. Невероятная. Блин, ночью холодно. А днем жарко. Подобрался я таки к этой скалке. Красивая штучка. Вон та гора большая. Ну, а моя-то вон она. Пока еще далеко до нее. Там где-то речуха. Пойду посмотрю, что там. Живая она, нет. Речуха живая, но она грязная. Ну, она обычно почему-то грязная. А, красотища. Вот, ну ладно, поедем дальше. Приближаемся помаленьку. Все время в гору и в гору. Первое озеро. Оно маленькое. Ага, второе озеро. Вот старинные эти казацкие могилы. Немного осталось. Вон маленький перевальчик. И там озеро. Вот оно второе. Средненькое. Гора большая. Кажется, что она рядом. Кажется, раз и подошел. А она большая. Ну и, короче, она далеко. Не знаю. Вон оно, третье озеро. If you need a little rest, row out here, mister. If you need a little rest, lay me down, Marble Town. Boneyard is the best.